Привет всем! Сегодня у нас 6 июня. Наконец-то у нас снова потеплело. Пчелы с самого утра летают в поле за нектаром. После недельного похолодания пришло к нам снова вот такое вот тепло, хорошая погода. Сегодня будет где-то около 23-24 градусов. И, наконец-то, все уже посажено. Основные все посадки сделаны. Ну, потом только если что-то такое вот по мелочам. Будем сеять там какую-то зелень, может быть. Высадили цветы, цини, клеому, амаранты вот там посадили. В общем, пока вот такие палочки поставили, потому что у нас котенок носится, может что-то где-то сбить. Ну, пока вроде все более-менее так цело. Здесь высадили бальзамины. Огурцы в теплице уже доросли до самого потолка. Скоро надо будет их направлять. Еще ни разу их не подкармливали. Надо будет подкормить, потому что листва немножко из-за вот этого вот холода тоже она неделя была прохладная, поэтому все равно ночами в теплице не очень тепло, поэтому листва начала немножко желтеть. Надо будет их подкормить. Ну и огурчики вон они висят. Срываем их. Ну, как вырастают, так и срываем. И много-много вот завязи. Ну, конечно, нужно вот их все-таки подкормить. Перчик тоже прижился. Неделю вот был он накрытый сверху тонким укрывным, а сейчас все убрали. Помидорки тоже в целом уже цветут. Убрали все пасынки лишние. Но вот некоторые помидорки какие-то не очень. Может быть, их кто-то подъедает, потому что у некоторых тоже видео выходили, что кто-то подъедает томаты. Вот этот томат какой-то не очень хороший, такой вялый. Но все остальные вроде ничего. И вот этот тоже какой-то такой подвявший. Редиска по краешку растет, тоже уже выросла. Можно опять срывать. Здесь тоже вот и астры, и гелиотроп посадили. Чеснок прорыхлили, пропололи. В грядке уже кабачки вот такие вот большие. Очень быстро растут и догнали те, которые такие более крупные высаживали на землю. То есть под пленкой все растет гораздо быстрее. Здесь что сеяли на землю, кабачки так и не взошли. Горох вот хороший взошел. Вот такой вот горошек. Клубника продолжает цвести. И даже завязываются уже первые ягодки. С капустой тоже все хорошо. И ранняя, и поздняя, и цветная. В общем, вся капуста прижилась. Обработали ее один раз фитовермом, и все, больше ничем пока не обрабатывали. Лук в этом году не очень хороший, но так тоже он постепенно приживается и начинает расти. Это у нас лук Exhibition. Немного высадили корневого сельдерея. Штук 7 здесь кустиков. Лук Парей. Здесь накрыты томаты уличные и перец. И еще старый лук Парей. Не весь выкопали, постепенно его выкапываем. Ну и что-то готовим. В блюда добавляем различные. Здесь тоже немножко остатки капусты. Свекла уже взошла. А морковки пока не видно.
Много укропа тоже всходит. Лук вот такой вот уже зеленый. Садили его китайским способом на гребни. А посередине вот такое небольшое как бы ров, углубление. Ну, то есть лук как бы потом будет выходить наружу и находиться на солнце. Поэтому лучше он будет храниться. Ну и в целом и растет тоже неплохо, довольно крупный. Земляника тоже прижилась. Как раз вот пока это было похолодание, для нее это было очень хорошо. То есть вся она, в принципе, довольно такая бодрая. И начинают отрастать новые листочки. Земляника продолжает цвести. И мелкоплодная цветет. И крупноплодная тоже цветет. Ну и начинают потихоньку завязываться первые ягоды. Ножа она так и процветает, конечно. Но где-то еще очень даже хорошо. Вот. Не знаю, конечно, какие ягоды будут. Крупные, мелкие. Посмотрим. Такое вот обильное цветение. Тоже пока высаживали, ее еще пока не подкармливали. Нужно будет потом, конечно, это тоже сделать. И вот здесь вот на земле уже вот такие вот выросли кабачки. Вот в самом начале показывал те, которые растут на грядке. Вот они их догнали. На земле все-таки прохладнее. Здесь вот хоть и большая рассада была, но она вот не так быстро растет. Но главное, что вот она не замерзла, то есть никаких заморозков не было. Просто было похолодание и было очень сыро. Поэтому даже при нуле, это может быть чуть ниже была температура, все осталось цело. Это у нас кабачок кавилли из своих семян. Здесь вот под укрывным в грядке растут 4 арбуза и 4 дыни. Тут тепло. Вообще в целом вот именно под укрывным материалом очень хорошо все растет. Там такие вот уже дыньки. У некоторых макушку уже прищипнули. То этой самой большой. Ну и арбузы тоже в целом вот такие вот. Там у нас растут баклажаны. А в той стороне, вот в первой лунке посеяны поздние огурцы. А там дальше снова огурцы и немного кукурузы. Здесь вот высадили многолетние цветы. Вербаскум и кориопсис. И также в саду посадили остатки земляники. А в центр выписывали цветок многолетний. Сейчас не вспомню, как он называется. Всегда забываю его название, поэтому не скажу. В общем, многолетний какой-то цветок. И зацветает лихнас. И вот так вот скосили у пчел всю траву. Ну, а пчелки, как всегда, работают. У нашей тети Лены сегодня день рождения. Поздравляем ее, желаем счастья, здоровья и только удачи по жизни. Пусть всегда все будет хорошо. А лучше отлично. Поэтому главное, что все посадили. Потом картошка взойдет, будет зелено, красиво. Сейчас пока еще вот такой вот черный огород в большей части. Но повторюсь, главное, что все посажено. А остальное будет.
Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.